Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у всех нас замечательный день и хороший праздник. 40 лет прошло с выпуска первого автомобиля КАМАЗ. За это время много воды утекло, много сделано, но, безусловно, мы всегда будем помнить тех, кто сделал первый шаг в строительстве этого замечательного завода и выпуске первых автомобилей. И поэтому начать свое приветственное слово я хочу с благодарности в адрес ветеранов. Спасибо им большое. Сотни тысяч людей трудились на этой стройке. В свое время она была объявлена и всесоюзной комсомольской стройкой. И это тоже себя оправдало. Сюда приехало много молодых людей, которые не только строили завод, но и строили город, замечательный многонациональный город построили, который тоже вместе с заводом развивается, создает условия для жизни, создает замечательную обстановку, атмосферу для того, чтобы множились семьи, росли дети. Но, конечно, завод – это сердце и самого города, и я думаю, что многих людей, которые здесь живут. За эти годы многое произошло. КАМАЗ стал одним из ведущих предприятий своей отрасли в мире, 11 место занимает. Это очень хороший показатель. Ну а в стране более 50% рынка грузовых автомобилей, перевозок занимают именно автомобили КАМАЗа. Это очень хороший показатель, номер один в стране. И что особенно важно, что КАМАЗ развивается, он не стоит на месте. Не только по количеству выпускаемой техники, но и по качеству выпускаемой продукции. Внедряются новые технологии, развивается кооперация. КАМАЗ ведет себя очень амбициозно и по-хорошему агрессивно. И, конечно, мы все знаем, вся страна знает вашу замечательную команду КАМАЗ, которая выступает на самых престижных международных соревнованиях, завоевывает первые места. Не всегда так бывает, но много лет подряд на самых верхних строчках находятся в числе победителей. Это говорит и о качестве машин, о том, кто и как их делает на самом высоком уровне, ну и, конечно, о мастерстве ваших спортсменов. Благодаря им КАМАЗ стал известен в мире и продвигается по всему миру. Я даже сейчас не перечислю всех стран, где производятся автомобили с вашей маркой. Где-то это высокая степень локализации, как в Индии, до 60%, где-то пониже, и это дает возможность вам работать с этими предприятиями и производить для них запчасти, комплектующие детали и самим развиваться вместе с вашими партнерами. Проделана огромная работа. Я хочу сказать, что мы всегда поддерживали ваши предприятия. И несмотря ни на какие сложности в экономике, вы знаете о них, мы будем поддерживать такое нужное для нас предприятие, как КАМАЗ, и в будущем. Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите. С праздником вас! Спасибо вам большое! Поздравляю!